Буквально летали в воздухе и стояли на голове. Мирнинские брейкдансеры устроили батлы во дворце культуры «Алмаз». На танцевальной площадке собрались не только мальчики, девчонки тоже показали, на что способны. 11 марта прошел отборочный тур на республиканский чемпионат по брейкдансу. В зале собрались дети возрастом от 7 до 13 лет. На мирнинцев приехали посмотреть гости из Якутска. Брейкданс включен в олимпийские виды спорта, и он будет представлен в 2024 году во Франции. В Париже это мероприятие и продвигает этот вид спорта уже само по себе. А наши ребята сейчас, они подхватывают это движение, они на волне и выжимают, естественно, максимум из этого. И у них очень большие амбициозные планы. Хотят попасть в сборную страны на Олимпийские игры. Чтобы мирнинские ребята попали в сборную на соревнования Дети Азии, им предстоит пройти несколько отборочных туров. Первый прошел в Мирном, второй планируется в Якутске. На него руководитель мирнинского направления брейкданса намерен вывести 8 человек, если они получат финансирование.